Американский сценарист и продюсер, который работал в том числе над мультсериалом «Симпсоны», Дэвид Ричардсон, умер в понедельник в возрасте 65 лет. Об этом 19 января сообщило издание Deadline. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Семья Ричардсона организует закрытую церемонию, публичное прощание пройдет позже. Дэвид Ричардсон работал на телевидении с 1985 года. Он участвовал в создании таких шоу, как «Гранд» и «Пустое гнездо», затем стал работать над мультсериалом «Симпсоны». На его счету также ряд популярных комедийных сериалов, таких как «Два с половиной человека», «Восемь простых правил», «Что насчет Джан». В последние годы жизни работал над пятым сезоном анимационного шоу «Значит, семья», которое выходит на Netflix.